герой Советского Союза Щербаченко Мария Захаровна, санитарка 835-го стрелкового полка. В ночь на 24 сентября 1943 года санитарка Щербаченко вместе со своим подразделением одной из первых переправилась через реку Днепр в районе рощи Янгары. Взобравшись по крутому склону наверх, бойцы заняли оборону и стали вести бой. Мария Щербаченко под обстрелом оказывала первую помощь бойцам и командирам, тяжело раненых выносила с поля боя с их оружием. Всего за две недели упорных боев на западном берегу реки Днепр, санитарка Щербаченко вынесла с поля боя и оказала первую медицинскую помощь 112 советским бойцам и офицерам, а тяжело раненых она лично переправляла через водную преграду до ближайшего медпункта.